Так что ж, всем привет. Заёмник. Dark Space 96, Михаил. И это мое продолжение хардкорного прохождения на мастере. Сталкер Чистое Небо. В этот раз мы... В общем, в предыдущей серии мы побрались все-таки на кордон наконец-то. Через вояк там. Кое-каким бы... Но не мной известным путем. И теперь будем выполнять квест Сидоровича, чтобы помочь узнать о тех сталкерах, которые попали из центра зоны, которые там у него что-то там какую-то информацию искали. Наемник, не забыл. Так, перед этим я возьму его одну наводку на тайничок. 100 рублей всего. При этом даже не знает, что там имеется в этом тайнике, так что возьмем. Может понадобится еще. Вот так вот. И выполним еще один квест дополнительный. Возьму-ка его волка, лидера группы сталкеров. Не знаю, если тайник есть. Слушаю тебя! Так-то не буду, наверное. Если тайников-то нету, как я помню. Привет, брат. Что скажешь? Так, возьмем работенку у него. Поможем одного сталкера защитить от бандитов. Ой, этих оставить собак. Сохранимся-ка лучше здесь, на всякий случай. Слушаю тебя! Здесь у нас что-то полезное есть. Надо было понабрать. Потом кое-кому продадим. Этот брат, это секретное место тут стоит. Вспомнить. Так, сейчас мы сохранимся. Не знаю, в другом месте надо бы какое-то другое сохранение использовать. Там на свояке. Ой, да. Каким-то образом его спасти непонятно. Я его живо... Прошлый раз спасал почему-то. Да, блин, куда вы побежали все сразу? Живой, что ли? Ой, ёпрста. Шестой дубль уже был. Я у Ери спас. Парни, не расслабляемся. Ай. Ну что, все? Можно передохнуть маленько. Ну какого ты хрена вообще сунулся сюда, непонятно, а? Вот идиот. Так, ну пошли, что ли? Сталкер. Или сейчас будет глюк небольшой. Чем игра знаменита? Так, нет, он. Пошел. Ну что ты, куда пошел-то? Так, не понял, он куда попёрся. В ту сторону вообще-то нам надо. Я что-то не пойму. А, нет, все нормально. Ой, да, это, конечно, было. Так, сохраняемся на этом месте, чтобы потом не было никаких казусов. Ляпов. Вот так можно было спасти сталкера, конечно, не знаю, как. Там бывает рандомно, конечно. Разным бывает ситуация происходит. Не всегда можно вас спасти. Именно сразу. Фу, ёпрста, да. Квест подвох. С подвохом квест оказался, конечно. Здорово, дружище! Здорово. Так, ну все, помогли, получаем за это 500. Работенки пока большего нету, ничего интересного. Привет, брат! Ну да, привет. Нет, ничего интересного. Ну как хочешь. Жалко. Ну... Аптечка бинт, ну ради аптечки бинт, конечно, туда суваться я еще не хочу. Мне бы, конечно, получше какое-нибудь оружие, не знаю, артефакты вдруг. Было бы более ценно. Аптечка-то у меня есть, в общем-то. Да и найти их легко можно любого сталкера купить. Либо мертвых сталкеров, там бандиков найти. У тех же военных там, не знаю, если там придется с ним бы воевать.
так что это нас не интересует. Так, гранаты достан, отлично. Понадобится сейчас в одном месте. Марика, это... О, знакомое место, что-то он вдруг не в ту сторону, кажется, повернут. Странно. Кто-то здесь шашки, что ли, играл? Какую игру-то, не помню. Явно не домино. А, вот эти мячики-то можно все оставлять. Все необходимое, все лишнее. Но пока-то у меня вес тянет, так что я оставлять точно не буду. Да использую в скором времени, так что... Свак-то у нас как там? Свалки вот таники сейчас не поищешь. По-моему. Я, по-моему, ты от этой свалки далеко отошел. Не в ту сторону. Да, в ту свалку-то я сходить точно не пойду. Там сталкер, конечно, находится, но... Маяки нашего брата сталкера бьют! Наши хвалят! Ты где? Да бегу я, бегу. Чё же вы там? И уже пришел, все. Сейчас он завалим. Все, теперь, думаю, отобьемся. Дай ему прикурить, я обойду! Давайте валить его. Мужики, у нас убитый! Ложись, граната! Граната! На, получи! Как вам сейчас убить, это завалить года. Держи от меня! Сволочь, ты умрешь, что ли? О, мать вашу! Еще скажи спасибо, что пули не жалею. Спасибо, мужик. Загляни на нашу базу. Там тебе награда достойная найдется. Так, подожди, какая у вас база-то? А, понял. Мы как раз туда и направляемся. Тихо! О, автомат берем. Подождем. А птички? Патрон у нас. Отбились, нет, слава, господи. Продадим потом, ладно. Ой, что-то не то сделал. Сохраняемся на этом месте, так. Как отлично. Спрячь ствол, будет разговор. Ну, рассказывай. Вернусь предмет, есть кое-что. Счастливый детектор. Ох, а Марика. А где нам его искать, этот детектор его? Проклятущий, который нам потерял. Надеюсь, не... А, вот детектор-то. Ну, сейчас найдем, ничего. Ну, что расскажешь? Все нормально будет, найдем детектор. По пути. Так, помочь надо сталкеру. Держи аптечку, друг. Будешь. Должен. Все живы. Ну, отлично. Бояк всех перебили, гранаты нам... Рассказывай давай! Помогли против них. Все потом продам кое-кому. Понадобится все, думаю. А, дробовика, патроны. Так, вот это оружие надо бы перезарядить. Какое лучше, интересно. Это похоже. Вот так вот. То, что надо. Так, один из фейк-то. Тут мертвый. Потом продам. Разрядить и выбросить. Отлично. Так. Патрон-то у него нету. Ну это продам, все, пистолеты типа продам обязательно. Че, мы отбили-то? Здесь, по-моему, таник-то еще есть. Который нас наводку дал этот, Сидорович. Наверное, наверху все-таки, мне так кажется. А как раз сюда потом мы направимся. Если военных придется это убивать. Хотя, наверное, уже помогли им. Изрядно.
О! Это хорошо. А где все-таки этот Таниктон? Наверху, что ли? На крыше. А, вот он, наверное. В ультращитке. Ух ты. О. Нет, хороший. Хороший. Ладно. И тот там будет тогда взять, думаю. Там птичка бинт. Помогли бы, конечно. Неплохо. Там у нас сталкер, да, точно. Аеков мы здесь отбили. Идем дальше что-то. Детектор как раз точно найдем. Он как раз там по пути. Осталось только вояки. А ATP заняли. Мутанты. Военные. Сталкер здесь нехило засели-то. Что такое-то, в общем-то, заняли место. Бандиты здесь образовались. Мутанты. Детектор как раз найдем, думаю. Что у нас там? Вернуть предмет, счастливый детектор. Так, найдем обязательно. У меня птичка, сука. О, нормальная птичка. Думаю, пора продавать этот дробовик, мне он больше не понадобится. О, сталкеры. Наши родные сталкеры. Пистолет патрон точно возьму. Не, он как раз прокачанный. Так. Не искать да больше ничего. Так, а вот да. Так, детектор будем искать и квест выполнять. Ой, так что-то подвисло немного. Угу. Развисло. Прям как с Лакери за Припятями, так же побывало, помню. Так, из-за как раз задание выполнили, то я сейчас дадим, получим награду. Ну, привет! Да уж заждались тебя. Дуй к главному, быстро. Так, и... Что нам сначала сделать? Получить награду сначала, потом уже главному идти. А, тут вояка там сидит. А вот как раз техник у них. Здесь мы награду получим. Что торговец. Могу предложить? Так, погоди. Тысяча. Ох, отличные патроны, которые мне вообще не нужны. Это что, патроны к автомату, что ли? Приятно иметь дело с честным сталкером. Да, патроны теперь, да, автомат он мне дал. Ну, это, в общем-то, все. Автомат оставлю. Добавик мне точно не нужен. Автомат, конечно, больше не понадобится сейчас. Продам-ка его с патронами. Хотя, не знаю, понадобится, может. Да нет, нафиг. Найду еще что-нибудь. Я им уже попользовался. Мне бы чисто автомат по пути военных лучше, больше понадобится. Дробовиком, конечно, их не знаю, убьешь ли. Вот этих патронов куйма просто набрал. И они нужны мне модернизированные. Ай, патроны понадобятся только лишь такие вот. Мощный 27 бинтов. Помаленько на все набираем. Че у тебя есть то да ничего такого хорошего. 333 аптечки, сука. Замена потом аптечку то прикупим. Вот так вот. Решил улучшить что? Или пол... Так, работенка. Ну, попробуй найти, если получится. Извини, если не сильно помог. Решил улучшить что? Или поломку исправить? Поломку нам точно не надо. Так, скорострельность, точность, удобность.
Все 900. Удачи. А, увеличенный магазин. А что здесь лучше-то? Прокачивать. Удобность. Чем тебе помочь? А, да-да, не знаю, точность, что ли. Прокачать. Пока что. Спасибо. Что-то починить требуется. Ладно, пошли к этому. Нельзя даже ящик разбить, что ли. Жалко. А здесь тайники, не знаю, какие-то есть. Интересно. Плоть решили съесть. Вот дураки. А ты вон. Валерьян. Валерьян Валерьяныч. Здорово, наемник. Нечасто вас на кордоне встретишь. С чем пожаловал? От Сидоровича, говоришь? Значит, ты про командира в курсе, да? Расскажу тебе все по порядку. Работали мы с военными. Они обеспечивали транзит грузов через блокпост и помогали с информацией. Ну, мы им за это платили отступные. Потом выяснилось, что командир, скотина, работал не только с нами, но и бандитам информацию сбрасывал. Под конец до того обнаглел, что двоих наших продал в рабство, на свалку. Тут у нас последнее терпение лопнуло. Да, ситуация, да, конечно. Ну, спороли горячку. Вот теперь никак не придумаем, что делать. Командир сейчас у нас в заложниках. Ну, как гарантия того, что военные не накроют нас с вертолетов. Только, получается, убить не можем, ну и отпустить тоже никак. Да и этот... Он хитрая сволочь, чувствует, что нужен нам живой. На уступки не идет. А ведь только он знает, где спрятан нужный хабар. Если мы этот хабар Сидоровичу не доставим, Сидорович с нами больше никаких дел вести не будет. Если бы нам удалось сломить вояку и узнать, где спрятан хабар, это разрешило бы ситуацию. Поговори с Халецким. Ну да, ситуация лучше некуда. Ну что ж, идем говорить этим гадам черножопым. Привет, брат! Привет, ну чё ты, ничего не хочешь говорить? Чё, интересно, да? Ух, как вы все запарили. Чё уставился, козёл? Смейся, смейся. Если охота узнать, где я кейс с хабаром спрятал, ничего нового от меня не услышишь. Катись в зону свою любимую. Ничего, скоро мои ребята всех вас к чертовой матери вырежут, а главаря вашего на мосту повесим в назидание, чтобы все видели и знали, наезжать на военных себе дороже. Даже так. И сколько стоят твои услуги? Вот если я тебя попрошу оказать помощь моим ребятам, ну, например, вынести этих снайперов на нас. Иди, иди, наем. Чего еще тебе надо? Издеваешься? Да встретя тебя при других обстоятельствах, я бы... А сейчас усталость что-то. Вон, сослуживцы мои бывшие. Уже все с большими... Ну, пропускаю я хабар за бабки через кордон. И что? Сам живу и другим жить даю. Понял? Обман? Да вы все мне до одного места швальню. Баба с возу. Чего еще тебе надо? Баба, да, не с возу, получится у нее ничего видать. Не до счета, в общем, оказался. Так, что там я помечен-то? Я награду, кажется, получил. А, найти усовершенствование. Точно. Ну как, узнал что-нибудь интересное? Конечно, спасут. Им же эта крыса до черта денег должна. Он все операции сам проводил, а денежки в тайне их прятал. Хотя... Слушай, родилась у меня одна мысль. Значит, на деле у него есть только двое надежных людей. Служат они вместе на блокпосте, да еще и в доле с ним. Поэтому будут пытаться вытянуть его до упора. Если мы их уберем, командир поймет, что за ним уже вряд ли кто придет. И тогда либо сам расколется,
либо мы выбьем из него координаты тайника с хабаром. Деньги мы с тобой поделим, кейс отнесем Сидоровичу. Что скажешь? Ну да, вариант. Есть у меня чувство, что искать их нам не придется. Дружки Халецкого все топчутся поблизости. Ну, видно, планируют как бы половчей на нас напасть. Он небольшой отряд только что засекли на элеваторе. Помоги уничтожить их. Элеваторе, это мы там уже, наверное, были, что ли, нет? На бомба с Айком мы там всех перебили. А, гранат уже не осталось, вот что плохо. Без гранат придется, но с автоматом вынесем. Как-нибудь. Так, кажется, светлеет, что ли? Сколько время-то? По игровому времени 4:14, да, утро. Раннее утро. Что расскажешь? Сейчас начнет, в общем-то, светлеет хотя бы. И то неплохо. Ну да, в ту сторону бежать. Там придется выносить этих гаденышей. Да. С вайками, конечно, придется, конечно, повоевать изрядно. Ну да, видимо, они там образовались, наверное, снова. Из ниоткуда появились. Мы, нам придется их всех выносить к чертям собачьим. У нас уже ждут сталкеры. Ну чего там? Как? Как дела идут? Никак, видимо, да? Что армейскую птичку использую, непонятно. Держи от меня. Давай, вылезай, скотина. Кажется, готов. Слушай, один. Гранату. Так, сталкер, ну... Прикрой, мужик. А? Один готов, кажется. Абы их уложили, кажется. Тебе крышка. Кто еще живой-то? Прикрой, мужик. Держу, гада. Скотин получил. Все. Место сработано. Отряд военных уничтожен. Второй. Все живы. Отряд мы засекли на АТП. Наемник, двигай туда. Сейчас патрон только подберем. Двигай туда, нам сначала бы надо патронов на ПАТ. Всех. И бинтов. О, отлично, патронов там их немало, мне кажется. Патронов надо бы, конечно, всех забрать у них. Всех человек. Автомат, автомат, наверное, патрон, полно патронов осталось. Так и есть. Ой, блин, что-то началось уже. Дайте патроны-то все забрать. И хотя бы должен быть готов. Ладно, помчались. Кажется, все забрали. Внимание! Вот здесь все нормально будет, надеюсь. Надо помочь всем найти ATP. Хотя бы, черт. А, недалеко это место, да, точно. О, патрончиков. Гранаток жалко, у них нету. Вот что плохо. Так, блин, сталкеры, вы хотя бы там. Готов. Так, чистая. Ох, блин, сейчас не гранату кинуть, еще не хватало. Гранату там понакидались. Ложись, гранату! Вот тебе гранату! Вылезайте там.
Они там с той стороны. Попался! Готов, кажется. Сталкер, ты куда попёрся? Военный еще. Молодцы, уложили их. Он зараза в здание зашел. Да, скотина. Готов, что ли? О, надо валить так. Все-таки задело. Готов. Прикрой меня, прикрой! На тебе, на! Прикрой, мужик! Готов, что ли? Прикрой, сейчас я этого гада сделаю! Пристрелю! Да блин, готов! Молодца! Один и живой все-таки. Да ты дохни, скотина ты, ёпрст. Что ж такое не убиваем это? Вот тебе. Че еще есть? Один остался, да вы издеваетесь, блин. У нас убиты. Ну все, военные уничтожены. Без своих дружков Халецкому больше не на что надеяться. Ну да. Теперь мы расколем эту армейскую крысу. Наемник, возвращайся на базу. Угу. Вначале, в общем-то. Так, вот что у нас. Да нафиг, какой автомат мне нужен. Да, сталкер все-таки. Гранат, спасибо, так, пистолет. О, получше мне будет, чем мне, хотя. Сейчас мы всех вояк обобрем. О, смотри-ка. Какой у него пистолет-то. Патрон то, что надо. Да блин, что-то бинт не берется. Так, все уже перезарядить. Выбросить. Отлично. Здесь мы осмотримся внимательно все-таки. Один сталкер все-таки вышел. Слава богу. Граната. Бинт. Патроны эти как раз то, что мне надо. Так, это что за оружие-то? Только поставить вот так нельзя. Там, не знаю, это какого-то схрона нету, интересно. Интересно, в первую очередь. Ох, смотри-ка. Да, ничего нет. Да, кажется, там все трупы этого яка-то были здесь, блин. Всех обыскали, что ли? Аптечка, отлично. Патроны такие мне нужны для пистолета. Так, этих я. Вот точно, нет этих.
О, флешка, матрика. А что на флешке-то? С данными балансировки автоматики. Надо кому-то кое-кому отдать будет. Сейчас мы разрядим все орбиты оружия, выкинем их. Продавать я их точно не буду. Так, здесь помощь у нас кто-то есть. О, отлично. Тут птичками, конечно, я потратился изрядно. Так, разряжаем. Разряжаем и выкидываем. Патронов там немало было, да, точно. Не более модифицированный будет. Да, флешку нам будет отдать, 5 гранат, отлично. Только я, конечно, потом их использую, обязательно в более таких полезных местах, где не понадобится нам. Все, вояк всех перебили. Один сталкер здесь живой. Бежим. В общем, возвращаться надо. Доложите о выполненном задании, хабар, то мы теперь получим точно и наконец-то и этот Сидорович отдадим к выполненный квест. Автомат первый патрон нормально, с пистолетом все нормально, все отлично. Модернизировать их буду. Как и броню, в общем, тоже надо бы, конечно. Не расходиться! Ждем! Да так, что мне там восстановиться-то можно, о, энергетики слабок есть. Восстанавливать хотя бы выносливость. Это артефакты, конечно, бы еще как использовать, не понимают. Хотя их найти-то, черт, надо в других местах искать эти артефакты. Здесь их вообще бесполезно. Лучше на свалке надо было поискать, а там, по-моему, думаю, артефактов будет очень много. Продать можно будет хоть что-то. Так, флешку вам бы надо отдать, конечно. Решил улучшить что? Или поломку исправить? Отлично. Отдали флешку, ох, сколько получили-то. 1355, немало. Найдешь какие детали для апгрейда? Подтаскивай, помазывай. Так, надо бы починить тогда. Сколько там починить? За что? Ну давай починим. Что-то починить требуется? Удобность. Уже модифицировано. Установлен. Чем тебе помочь? А это модифицировано. Вот это что нужно. Что-то починить требуется. Не знаю, стоит ли еще модифицировать. Удобность-то. Вот так вот. Да все нормально. Так, продадим ему этому, что ли, еще что-нибудь. Есть что-то на продажу? Кто там вообще? Бандиты? Попробуем уничтожить. С трупом. Так, старый травоз неподалеку. Сколько будет стоить? 2000, офигеть. Там явно что-то лишь-то хорошее. Гадюк опять, о. На гадюк 5 мне не нужно, я уже взял гадюк 5, нашел, да и патроны как раз к ней будет. Да мне пистолет с этим патроном тоже неплохо достаточно, так что. Не интересует. Если не нашел, чего искал, извиняй. Так, что он там, птички-то не покупал? Ладно, не покупать птички я не буду. Одну хотя бы. Чина, она стоит-то. Нехило. Гадюку 5 продам тогда ему, что ли. Вот так вот. Ну, так купим одну птичку, что ли. Отлично, отлично. Так, все, квест выполнены. А, к этому сначала надо. Но ты видишь, к чему привело твое упрямство. И сам не спасся, и дружков погубил. Не будет никакой спасательной операции. Говори, где кейс спрятал. Ладно, Крис. Я скажу. Слушаю тебя. В машине перебил. Смотри-ка, раскололся. За гнильцо и орешек оказался. Треснул только так. Значит, смотри, координаты тайника у тебя в ПДА. С
все, что найдешь, тащи к Сидоровичу. Он, небось, заждался уже. А, поговорить с тобой можно? Пообещал-то... Надо же, как отлично все разрешилось. Теперь военные дальше блокпоста долго высовываться не будут. 600. Заки, так, но протекционно... Нет, мне это не надо. А давай, вступим в сталкеры, вольные. Доктор Медведь, о, спасибо. Доктор Медведь, это лучше будет. Теперь мы друзья, в общем-то, сталкером, отлично. Может быть, тем самым группировки различные, если будем помогать им. Где же сталкеру долг, свободу, можем будет вступить. Этим игра, конечно, интересна, по-своему. Я думаю, вот этот доктор Медведь пора сменить на эту. Ох, отлично. Хороший детектор. Помню, за сталкере Зоо Припяти. Блин, крутой артефакт. Что могу предложить? Артефакты можешь легко наилучше найти, чем... В общем-то, легче с ним обращаться, чем с этим другим. Чем с другим детектором, который у меня был до этого. Так, ладно, потом поможем. Заходи попозже. Может, разживусь чем к тому времени. Так, вот с бодикамерой разобраться. Еще тут найти. Два задания сейчас мы хоть и выполним. Это еще хабар найти нужно. Где его искать-то, хабар-то забрать? А вот забрать хабар здесь находится. Ну да. Сначала поможем, дополнительный квест выполним, как раз вот на обратном пути. Потом, может, что сразу кто-то хабар дадим, отправимся сразу же на свалку. Там у нас бандюки, кажется, да. Заждались. У меня с небольшая шутка из уральских пельменей. Это немножко что-то глючит-то. Ох, блин. Да, охренеть. Ты мне мой костюмчик хороший поцарапал. Да, блин, а чё мне так тупиться? Готов. С гранатами, конечно, да. Да, блин. Мне так тупит. Ох, блин, как глючит-то. Чё мне так глючит-то, я не понимаю вообще, чем дело.